С языками я совсем запуталась. Ландри мне надо поставить стирку. Вон голова еще мокрая. А мы в гости торопимся. Так, смотрите, одной рукой держу вот эту махину. Надо мне бросить на пол. Ой, и включу свет. Так, надо мне поставить ландри. Видно меня? Ну да, немножко видно. Ну вот, кто не видел, ребят, вот это у нас большая стиралка. Такая у меня корзинка, сюда складываю вещи. И приношу сюда. Все, девочки, надо мне быстрее, быстрее, они меня уже ждут одетые. Вот этот вот какой-то новый, что ли, запах у него другой. Мне нравится. Вообще будет все это стираться. И мы когда придем, я просто вот сушка у нас, кто не знает, вот сюда закину в сушку и все. На два раза я бросаю в сушку. Тут пальцы у меня не отклеились. Здесь отклеился. Так, ладно, бегом. Джон на меня уже ругается. Вот, ребят, так нарядилась по-быстренькому. У нас такой ливень, сейчас я вам покажу. Вообще капец, капец. Смотрите, все темно, как ночью. Вот, пожалуйста, вам. Собираемся на дискотеку. Так, что беру? Беру свой рюкзачок модненький, да? Возьму косыночку на всякий случай. Не знаю, нужна, не нужна. Зонтик беру. Тут у меня целый рюкзак для Дэвида пока собрала. Ну, там, знаете, запасные вещи. Все, Джон пошел его сажать в машину. Мы уже написали, мы опаздываем. Они уже там едят, наверное. Не знаю, получится у меня еду заснять хоть немножечко. Вот, ну ладно. Голова еще мокрая. Ну, а что скажу, дождь идет. Правильно же? Так, ребят, ну так как я все занята, пришлось мне... Вот у меня тут пару ногтей. А, ну два с больших ногтей. С больших у меня отвалились. Короче, надо мне сейчас в машине быренько их прилепить. Видите, поэтому я и ношу с собой вот эту коробочку. А здесь еще внутри, не знаю, девчонки, кто не знает, тут еще есть, смотрите, вот такая вот. Я еще покупаю вот такие вот, это как спиртовые, да, салфеточки. А вообще так у них уже есть вот здесь внутри. Такая палочка, можно себе ногти там почистить, да, если нужно. А еще есть вот такие салфетки внутри. Ну, кто не знает, так что вы не выбрасывайте, девчонки. Смотрите, сейчас покажу. Вот она, маленькая салфеточка. Видите? Спиртовая. Я от одного запаха сейчас опьянею. Так, а что тут еще? Сейчас, сейчас, ребят, сейчас, 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 сейчас. Дело у меня не в проворот. Не успеваю ничего делать. Капец какой-то. Что за жизнь пошла? Не работаешь, ни хрена не делаешь, как скажут некоторые, да? А времени нет. Вы представляете? Ну, правда, сегодня дала себе поспать немножко. Поспала сегодня до 10. До 10. В Америке вы что, до 10? Только олигархи могут спать. И то, наверное, не спят. В 6 часов уже бегают. Боятся помереть раньше времени. Понимаете? Так, где же мой... Так, вот они, мои ноготочки. Значит, мне нужны только самые большие. Так, маленькие мне не нужны. Я вот забыла, вот в другой коробочке больше или нет. Вот я их так высыпала, чтобы они по всей машине тут не растерялись. Так, ну вот, вот большой один. И вот еще. Кстати, девочка спрашивала меня, а как они там по размерам? Да не знаю, вот примерила, вроде подходит. Что тут по размерам? Тут на все размеры есть. Тут особо не нужно напрягаться. Ух, hot now, right? No. Дождь сильный и прохладненько у нас, конечно. Так, ну что, вот нашла один, второй. Все, два ноготочка. Сейчас покажу, кто не видел. У меня девочки красавицы, может, еще кто не видел эти ногти. Я поставлю линк на эти ногти. Вы, конечно, кто американки, можете их в аптеках найти, в любых. Вот такие вот ногти. А кто у нас из Европы, там еще откуда, можете через Amazon купить, ребят. Все, смотрите, вот такая тут есть пленочка. Сейчас ее вот так кик, отлепила. И все, вот так прямо на ноготочек. Раз. И приклеила. Нажала вот так. Все, ноготь готов. Фиг отклеишь. Только под горячей водой с мылом можно отклеить. И второй сейчас мы приклеим. Так. Вот этот возьму, наверное, немножечко. Сейчас немножечко пошире возьму. Вот как вам дождь, слышно, да? Вообще.
Слушайте, да, у нас тут на Лонг-Айленде постоянно погода такая. Так, ну ладно, вот я уже отклеила эту штучку. Раз. И все. Маникюр готов. Видите? Вот, пожалуйста, вам вот такие яркие, красивые ноготочки. Так, и что тут еще вдобавок идет? Я вам показала вот эта спиртовая салфеточка. А еще здесь есть маленький кусочек. Где он? А, здесь. Вот она, вот она. Смотрите, маленький кусочек пилочки. Пилочка вот такая маленькая. То есть вот здесь немножко есть такой, ну как, зазорчик небольшой. То есть вы его берете прям так, чуть-чуть подпилили прямо. Он как бубырик такой. Все, вот так вот подпилили немножечко, буквально 2 секундочки. Все, у вас гладкие ноготочки вот здесь. То есть ни колготки, ничего не порвете. Ну все, я красавица, волосы немножечко мокрые, ребят. Сегодня еще раз нанесла вот этот вот фиолетовый кондиционер только, без шампуня. Ну так, ничего, работает, а на корнях вот все равно, девочки, все равно рыженькая. Так что, ну, у меня тут волосина, все, пытаюсь я убрать ее, она мне все лезет и лезет. Вот, значит, что еще я хотела. Так, еще, девчонки, вы у меня спрашивали, нейтроджину я использую, пудру, обожаю ее. Мне она кажется, я просто, знаете, аллергичка на все, да, у меня может чесаться там, вот, поэтому, кто вот как я, не знаю, я перепробовала очень много всего. Кисточка у меня простая, вообще дешевая, но мягкая, как вот, как, какой-то это натуральный у меня. Вот, так что вот так, ребят. Все вам тут показываю, как вот в жизни у меня, видите? Вот так вот все происходит, все на ходу. Все на ходу. Разговаривает у меня, видите? Так, ну вот. She stole daddy's heart. Он говорит, что я украла его сердце. I stole your heart? Yeah. Ну да. I said you're a bandit. Плохая девочка. Вот и помада. Ну, помаду вы знаете. Я уже 100 раз про нее говорила. Такое прям серое небо. И вот по этой трассе ехать, если ехать все время вперед, ребят, вот она выводит на Манхэттен. Называется Highway. Я уже говорила, знаете, похоже на МКАД, да? Только у нас МКАД круглый, а это все время вперед. Ну, то есть здесь нету колец таких, как у нас. Ехали мы к ним в гости. Вот такой дом у них. Гараж вот у них такой. Как это? Мерседес называется, забыл этот большой. GL? Это GL, right? GL. Короче, большой Мерседес. А там у них соседи вот эти, они с ними очень хорошо дружат, тоже к ним в гости постоянно приходят. Какие цветочки у них красивые, шиповник, да? Дождик идет. О, вот эти красивые гвоздички. Надо у них спросить, тоже такие хочу. Настоящие. Красивые какие, мне нравятся. Вот еще куст какой у них. И здесь тоже. Ладно, надо дверь мне открыть, ребят. Дети у меня уже сразу стали играть на пианино. Смотрите, какое у нее пианино. Классное. Вот так. Ой, наступаешь. И музыка играет. Найс. Так, а я вам сейчас себя покажу. Все уже сидят, кушают. Вот такая я. Все говорят, мы пришли в самое прекрасное время. Все готово. Вот это стейк. Салатик из капусты. Какие-то сосисочки, смотрите, какие жареные. Ну, это барбекюшные. Это свиные ребрышки. Вот такой рис. Вот здесь не знаю, что. Что-то такое, как голубцы какие-то или блинчики. Надо попробовать. Салатик мой любимый. О, вот это для меня. That's delicious. Шашлык мне сделали куриный. Ой, этот из этих, как они, из креветок. О, cool. Смотрите, какие классные. Дети у меня убежали вниз. Сейчас покажу у них. Видите, вот такая веранда.
Здесь можно сидеть. И вот туда выход на бэк-ярд. Смотрите, какой-то звук у них тут непонятный. А, дождь. У них очень большой бэк-ярд. Очень большой. Телек здесь работает. Тренажер. Ну, холодно. Часы. Это бейсмент. Также у них здесь есть, как он называется-то, играть. Что это такое, господи? Бильярд. Все кушают, а я зашла вот здесь с детишками. Здесь у них еще камин такой есть. Он настоящий, туда бросают настоящие дрова. И куклы уснули. Вот, как настоящий младенец, да? И сосочка у него. О, прикольно. Вот, пожалуйста, вам такие куклы. Заяц тут какой-то сидит. Вот еще какой-то. Ну, девочки, у нас же мальчик. Вот такая кухня, смотрите. Для девочки. Вот можно тут шейк сделать. Вот такой, да, как настоящий. Раз, миксер есть. Наверное, батарейки закончились. Что тут еще? Плита тоже. Кофемашина, да? Ну, прикольно для детей все это сейчас делают, конечно, мне нравится. Классная шляпа. Так, ну вот, что я себе набрала. Так, это моя еда. О, смотрите, какой Джон. Классный мужик. Look handsome. Look a handsome boy. Что он у меня тут ест? Эти ребра свиные. А у меня вот такие креветочки. И вот это что такое, не знаю. Короче, здесь шпинат внутри. Очень вкусно. Ну все, ребят, я, короче, покушала и спустилась вниз, в бейсмент, к детям. Смотрю, что они тут делают, играют. Но они хорошо играют. Они одного возраста, ну как, одногодки, просто Дэвид постарше, там, на полгодика ее. Вот, а они сидят там, конечно, бухают. Что могу сказать? Конечно, американцы бухают, как лошади. Пусть они и говорят, что вот русские такие бухают. Ну вот, к сожалению, они тоже бухают, и не по-детски. Единственное, в чем разница, ребят, они, конечно, пьют дорогие напитки, то есть вино у них хорошее. Потом, если они пьют что-то покрепче, да, то есть водку они не пьют. Там пьют, допустим, виски хорошие. То есть после них у вас нет вот этого, да, как вот у нас водки мужики напьются, и все, и дает им по голове не просто как бы пьяные, а как сумасшедшие становятся. А здесь получается как бы трезвый ум, ну, ты немножечко такой навеселе. Вот, поэтому, конечно, так вот с американцев пьяных не увидишь. Ну, а мне, как не пьющий, конечно, скучно такие вечеринки посещать, потому что, ну, во-первых, все старше меня, как правило. Ну, там дети их есть, но они там... Дочка их ушла в армию, как я вам уже говорила. Вот парень, он со своей девушкой, вот, не знаю, ему 27 лет тоже, конечно, не будет же он со мной тусить. Вот, Джон с ними там общается, ну, у них какие-то свои темы есть для разговора. Также обсуждают все эти вакцинации, конечно же. Там девочка мне говорила, что вот Ирина не знает, что вот американцы тоже. Да, американцы тоже 50 на 50 с этими прививками. Кто-то делает, вот эти не делали, они не хотят делать прививки. Все сомневаются, но при этом потихонечку люди делают прививки. Вот, но не будем про эту тему. Вон, слышите? Уже веселятся, смеются. Вот. Сейчас будут они, знаете, он любит им делать коктейли. Вот эти всякие глинтвейн, там еще с чем-то смешивать. Но они называют шац. Знаете, они все бухают, вот такие маленькие стаканчики. И веселые. Но я говорю, вот бухают, но не пьяные такие вот, да, чтобы там валялись, падали, там, буровили что-то. Нет у них такого. Хотя пьют прилично. Вот Дэвид у меня играет с девочкой. Молодцы. Дэвид, be nice to Aubrey. Вот, так что вот такие дела. Я, конечно, жду торта. Ну, там не торты, там у них всякие сладости. Сейчас вот кофе они наварят. Поставят всякие там, не знаю, тортики, пироженки. Что-то такого плана, потому что мне больше заняться нечем. Вон взяла себе воды.
все бухают, а я воду пью. А что мне делать? Ну да ладно, буду сидеть вот на таком шикарном диване одна. Сейчас развалюсь. Может поспать, кстати? А что они там ржут, пьют, а я посплю. А я посплю здесь, втихаря. Зато и детишек своих смотрю, вон они играются, умнички мои хорошие. На бильярдный стол поставили там все это. Может, Джон сейчас с ними насмеется, и да мы с ним поиграем в бильярд. Вот, точно. Надо будет Джона попросить поиграть в бильярд со мной. Умеете играть в бильярд? Я как-то раньше очень хорошо играла, сейчас уже ничего не помню. Ну, помнишь, надо попасть в эту дырку, да и все. Смотрите, вот принесли мне кассу. Вот, can I see what you bought? Can I see? Смотрите, притащили мне тележку. Вот они в магазине типа купили. А я теперь должна это сканировать все. Very nice. So I have to scan it, right? Смотрите, okay. All right. Well, I like this thing. Okay, okay. Ребят, смотрите, они мне такой принесли этот, как это называется, парик, да? И говорит, а ты похож на клоуна. Смотрите, классный какой парик. That's so beautiful, I like it. I want to show John. That's so funny. Ой, ой, ой. May I have my... Пойду Джону покажу. Смотрите, что нашла. Понравился Джон. Except I'm not a gangster. Давайте посмотрим, как... Ah, whatever, just to put it like a hat. Not this way. Not this way? You look good. О, смотрите, какие у него волосы теперь выросли. И Джон, you super cool. Go show them. You super cool. You need a... Look at that. Look at daddy. Смотрите, какой Джон прекрасный. He needs guitar. Look at him. Yeah. So what is that? This is a rainbow cookie shop. Oh my god, that's huge. Yeah. What is it, rum? Amaretto. Ah, amaretto. Cool. I like this bottle. Yeah, this is beautiful. Nice. Yeah. Вот Джон укладывает свое пиво в холодильник. Смотрите, какой у них большой. Cliff? Холодильник. You need to open another one. Yeah, he's looking for juice. Do you have yeah, we can. Apple? Orange. Смотрите, видите, бухают. Такие маленькие. Такими маленькими штучками. Is it yummy? What is it? No. It would be better without the jelly stuff. Это что за бутылочка такая? Непонятная. Чимборд. Я не знаю, что это такое, ребят. Знаете? Ну и все ингредиенты для коктейля. Очень быстренько вам покажу. Вот это кресло для беременных, ну и для тех, кто уже родил. Они такие удобные. Вот смотрите, какой механизм. Ты сидишь вот так с лялечкой. И, пожалуйста, вот так качается. А здесь ноги твои качаются. Сейчас я сяду, покажу себя. Вот так ножки закинула. И вот так сидишь, качаешься. Как на качельке. И лялька у тебя тут лежит, вот такая подушка специальная для ляльки. Да? Ляльку себе положили сюда вот так и качаетесь. Ой, вообще классно. Да, вот когда ты беременна, у тебя еще такая позиция получается, что живот сверху. Очень удобные, девочки, кресла вот эти. Смотрите, вот ножки мои вот так отдыхают. И тело все. Вот когда ты беременная, такие кресла прям вообще офигенские. Вот у них теперь стоит внизу, видите? Никто на нем не сидит. Ой, хорошо так. Айлина. Ау. What are you doing? I'm making a video. Спрашивает у меня, что я делаю, девочка. А я балдею. Сейчас, девочки, я съела донат. Ну, вот этот такой. С шоколадом. Маленький, небольшой. Вот так. Вот такая жизнь, девочки. Kids show? Blue pea or something?
No, I want to watch this show. Ah, you like this one? Видите, как... Так вы отдыхаете. Oh, I don't know how to use this remote control. I don't know, Aubrey. Can you do that? No? I don't know. It's home. Кружили меня с двух сторон. Так, ну что, вечеринка продолжается. Сейчас посмотрим, что они там делают. Ой, что-то у меня спина заболела. Короче, ребят, все гуляют, отдыхают. А у меня, короче, фигня случилась. Еле дышу, поэтому буду разговаривать медленно и как бы так. Хочу с вами поделиться, что со мной случилось. Короче, я села на диван. Ну и, как сказать, вот так вот немножко лопатки расправила, да, ну, потянуться. Я просто двигаться не могу. И меня прямо как скрутило, представляете? Я вот, как бы объяснить, где у меня боль. Вот если разделить мою спину пополам, вот как раз на половине спины. Не где поясница, а вот между лопатками и поясницей, вот середина вот эта. И когда я делаю вдох... Я даже вот, знаете, я сижу в одном состоянии, хорошо. Мне, кстати, сразу холодно стало, я вот куртку надела. Пошевелиться не могу, ребят, вот вообще не понимаю. У меня никогда такого не было, никогда. Короче, вот когда я делаю вдох, я не могу вдохнуть полной грудью. У меня что-то вот, как сказать, как легкие, вот наполовину закрыты чем-то, я их не могу... И вот я вот так сижу, сейчас вот я, Джон у меня за Дэвидом смотрит, мне дали две таблетки этого, как он называется-то, абупрофена. Если честно, не очень помогает ничего, вот чай горячий пью, видите, чай у меня, я попросила, потому что мне холодно стало, прямо сразу, дико. И вот сижу, ребят, вот ни в эту сторону повернуться не могу, ни в эту. Что это такое? Вот было у кого такое? Ой, ребят, это вообще не пойму, почему мне так случилось. Короче, вот так. Хотела в бильярд поиграть с Джоном. Он спустился, я говорю, хотел с тобой в бильярд поиграть. И, в общем... Ну, в общем, ничего не получится. Я даже... Вот у меня кружка стоит. Мне вот так вот дотянуться до нее, да? Ну, кстати, вот этой рукой легче. Накрест. А если я вот этой рукой, которой телефон держу, мне уже тяжело. Блин, плохо себя чувствую. Не хотела снимать. Думаю, да что, кому интересно. Вот так, ребят. Вообще на ровном месте. У меня Джон говорит, как? Как ты повредила спину? Ну, я подошла к нему, я говорю, I hurt my back. Он говорит, как ты повредил? Ну, они все, как? Я говорю, я на диван села. Ну, у меня улыбка была. Ну, потому что смешно, что села на диван и спину повредила. Это ж как надо умудриться, да? Still hurts. It's a little bit better, but like I said... Да, реально, ребят, не вру я, не вру. Это не для видео, не для понтов. Мне такие понты не нужны. Yeah, see, it's happened, it's like, just, I don't know why. I said I wanted to show desserts, everything, and I can't because it's hard. They still have a dessert? There's dessert right here. Oh, drone dessert. What time you think we'll leave? Ой, midnight. Midnight? В 12, говорит. One in the morning, maybe. Yeah, I know what I need. I need this hidden pad. Сейчас вот, видимо, таблетка подействовала. Пойду посмотрю, если там еще десерт есть. Я как бы есть не буду, но, может, что-нибудь вам засниму. Пойдемте посмотрим. Вот я в куртке. Мои под этим столом сидят. Дети играются. Смешные такие. Смотрите, вдвоем играют, ходят в комнатах, прячутся. А Дэвид говорит, не открывай вот эту комнату, там кот сидит. Вот смешные. Слышите? Америкосы. Так, ребят, зашла в туалет. Хочу вам показать. Просто, ну, вы знаете, по фильмам
в Америке вообще принято, вот, допустим, если семья, чтобы две раковины были. Я как бы сначала не понимала, зачем. Ну, потому что утром они торопятся, и вот они должны вдвоем вот тут чистить зубы, там умываться, и вот это все делают они вместе. Это такая вот американская фишка на самом деле. Ну, у них такой старенький уже стайл, то есть, ну, как сказать, давно он уже делал этот ремонт, все сам делал. Смотрите, вот такая окантовочка вокруг зеркал. Вот такие лампы висят. Большой туалет, смотрите. Вот так вот наискось идет наверх. Высоко очень получается. Вот. Ну вот, пожалуйста, вам две раковины. Для мужа и жены. Ну или наоборот. Я, ребят, чувствую себя немножко лучше. Все равно у меня вот этот бок болит. Я вот так вот делаю, знаете, поворачиваюсь. И вот здесь, сейчас я вам покажу, где у меня боль. Вот на середине спины. На середине спины у меня вот эта боль и уходит под лопатку, вот как бы сюда. Но уже получше. Вот эти две таблетки, теплые вещи и два горячего чая. Вот я себя чувствую лучше. Но мы уже скоро домой поедем, я уже устала. Я уже устала. Ну вот так. Ну хоть лучше стала чувствовать, потому что, ребят, испугалась вообще. Прям, ну, скрючила вот так. Так что, ну вот такой туалет вам заодно показала. Ой, смотрите, кот побежал, рыжий. Покажу вам комнату Обри. Смотрите, все как у принцессы. Вот такая люстра. Здесь вот кроватка, но уже выросла она. Здесь она уже не спит. Такая прикольная. Смотрите, как туфелька. Ну, небольшая комната, но прикольная. Вот для маленькой девочки, как принцессы. Вот они все девочки в Америке, они все принцессы. Вот, пожалуйста, вам. Так положено. А это что такое прикольное? А, смотрите, цеплять всякие штучки. Ой, как интересно. Красота. Смотрите, как раз и прицепил тут заколочку или булавочку. Что-то такое, да, заколочки. Вот эта штука, я знаю. О, Микки Маус. Прикольная. Ну, вот так. Вот такая комнатка у девочки. Носится с Дэвидом по всему дому, короче. Кота гоняет рыжего. Вот иду вниз. Так, ну все, мы уезжаем. Смотрите, домик так смотрится ночью. Все домики подсвечиваются. В общем, темно уже. Уже 9 часов. Так, приехали домой. Ну, помните, у меня же здесь стирка. Мне же сейчас надо все это переложить в сушку, потому что все постиралось. Так, сейчас телефон, девочки мои, мальчики хорошие, поставлю. Ой. Конечно, я могу двигаться, но я говорю, вот так повернуться тяжело. Так, значит, сейчас будем вот туда в сушку класть все, что постиралось. Прилепился мне на ногу этот, блин, детский Плейда зеленый. Смотрите, видите? Теперь надо будет оттирать его. Здрасте, дети. Вот так вот. Ну все, ребят, видите, вот поставила я сушку, отдельно вот эти вот вещи, вот повернуться не могу, вот эти, которые сзади меня, это полотенце и, как я вам уже показала, джинсы, буду сушить на отдельной сушке, вот, а я что хочу сказать, продолжаю чувствовать себя не очень, потому что, ну вот даже повернуться вот так больно, сейчас ехали, кстати, в машине, я включила на всю, ну, сиденье, подогрев сиденья, и мы когда подъехали к дому, я говорю, Джон, я, наверное, здесь и останусь. Ну, потому что вот это тепло помогает. Что я решила сделать? Я сейчас пойду приму горячий душ и нагрею себе в микроволновке. Помните, я вам показывала такие специальные, ну, как кладется в микроволновку, нагревается, и ты кладешь себе вот на то место, где болит. Все, у меня тут заработало, весь дом гудит. Ну, в общем, вот так, ребят, что хочу сказать. Вечеринка, конечно, у меня сорвалась. Да, ну ничего, а что поделаешь? Это самое главное, что я чувствую себя уже лучше. Все, мои хорошие, все, мои любимые. Увидимся с вами завтра. Всем пока-пока.